Узнагароды краин свету проставил Могилевской публице Тракайский историчный музей. У областном центре открылась выстава, якая стала выником культурного супрацовництва Беларуси и Литвы. Побач с узнагородами за маль полсотни краин свету наш краязнавчий музей показал каштовные советские медали и ордены со своих фондов. Сучасные ордены ведут свою историю от середневечья и первых крыжовых походов. Теперь же у каждой державе есть свои узнагороды за досягнение. Это часть истории. Причем это не просто часть истории, а значительная ее часть. Любое историческое событие может быть отражено в наградах. Не только орденах и медалях. Их очень много. Они очень разнообразны. Вот. Поэтому, как бы изучая историю, совершенно невозможно не коснуться и вот этого аспекта. У Тракайском историчном музее собрали богатую коллекцию более за 2000 орденов и медалей. Самые разные эпохи представлены у ее. Во время революции большую в этой награде сделал Наполеон. Он как говорил, я не могу вам дать землю, я не могу вам дать деньги, но я могу вам дать награду. И солдаты за эту, как говорится, кусок металла дрались на смерть. И выгляд, и кошт медалей, и орденов отрозниваются. Довольно степло выглядит ведомый американский военный медаль «Пурпурное сердце». Блещит датский орден слона, и монументально глядятся узнагороды литовской державы. Ордены оценивали как историчные каштовности и как мастацкие творы. Больше у нас занимаются музейщики мужчины, потому что нумизматика – это мужское дело больше. Ну а мы, женщины, любуемся, как говорят, бриллиантами и этими украшениями, которые есть на орденах. До речи, на открытии выставы Вергилиус Павильюнас, директор Тракайского музея, уручил каталог выставы представнику Могилевского клуба коллекционеров. На супрацовництво с приватниками различивают музеи. А как раз на могилевских коллекционеров уражение зарабила витрина с советскими узнагородами с могилевских фондов. Иногда вот смотрите по телевизору «Африканский генерал», и у него там грудь вся такая, прямо иконостас. Ну, они же не несут никакой ни смысловой, ни такой нагрузки, которую дала вот звезда героя наша. То есть нам она понятно, за что вручалась, как это добывался. Герой Советского Союза – это очень редко на сегодня. Герой соцтруда, орден Ленина. Вот это наше, это близко нам. Выстава узнагороды «Украин свету» сёлета будет вандровать по Беларуси. Ее побачили жыхары столицы, теперь Могилева, а далее у іншыя гарады. Илона Иванова, Юрий Власцов, «Новин регион».